каково это, когда Ли Чинилань и Лу Чжаояо изгоняют тебя из Вэньлу? Я ушел сам. Даже если это так. Дзяньву, ты отдал свое сердце Лу Чжаояо. Ты спас ее. Но чем она тебе отплатила? Она хоть раз о тебе позаботилась? С самого начала ее волновал только Ли Чинилань. Чему ты клонишь? Я знаю, что этот меч может убить тебя. Он нужен тебе. Помоги мне избавиться от Ваньлу и убить Лу Чжаояо. Этот меч для меня ничего не значит. Я могу отдать его тебе.宁弃身先图，不舍爱他美，爱他美卓萃三，激发卓越自护力。直言邀您收看招摇。ты пришла не к тому человеку. После того, что Лу Чжаояо с тобой сделала, ты все еще не ненавидишь ее? Я люблю ее. Я ее обожаю. Точно так же, как ты обожаешь Ли Чинилань. Я оставлю тебя в живых. Только из чувства жалости. Если хоть пальцем тронешь Чжаояо, я заберу твою жизнь. Волнуйся. Я во всем разберусь. Дзяньву издевается над нашими людьми. Он убил несколько сотен членов Ваньлу. Я волнуюсь о Гу Ханьгуане. Он уже должен был вернуться. Почему от него не было новостей? Ажон, займись этим. Гу Ханьгуань должен быть в секте Сюдзон. Хорошо. На помощь! Воды!
Учитель! Учитель! Я приготовил Ваньгу, как вы и приказывали. Мне отнести его божеству? Учитель! Последняя плодоножка Ваньгу была для меня. Лидер Дзян. Божество, вы ведь займетесь моим лечением? Конечно. Можешь идти. Учитель, я хочу на это посмотреть. Процесс лечения будет чрезвычайно опасен. Ты будешь нас отвлекать. Уходи. Слушаюсь. Божество, прошу. Лидер Дзян. Сегодня вы выглядите иначе. Это решающий момент. Я должен подойти к нему ответственно. Раз этот момент столь важен, прошу, скажите, в чем состоит суть вашего опасного лечения? Это тайна секты Сюдзон. Вот оно что. Лидер Дзян, вы очень смелый. Прошу, за мной. Я хотел бы, чтобы вы выполнили эти мудры вместе со мной. Как и ожидалось от смертного. Только золотое тело может вместить в себя силы семьи Дзян. Дзянхэ! Ты лечил меня, чтобы украсть мое бессмертное тело? Ты предал свою семью и предков! Предал? Я разрушил проклятие семьи Дзян и изменил нашу судьбу. Мои предки должны гордиться мной. Ты ошибаешься. Чушь! Чушь?
Почему ты не сказал этого госпоже Чен Юй? Когда та убивала членов семьи Цинь и пыталась пробудить тебя их кровью. Почему ты не говорил это, когда причинил вред нашему роду в попытках утаить секрет? Нет! Цзяньхэ! Ты спас меня. Я не хотел причинять тебе боль, лицемер. Но ты сам напросился на смерть. Не смеши меня. Кем ты себя возомнил? Цзяньхэ. Мы ничем не отличаемся. Справедливости больше нет. Так почему ты существуешь? Нет. Хватит. Справедливость существует. Смех да и только. Существует! У секты Сюдзон есть три сокровища: тайное лекарство, тайная магия и лидер. Сегодня я многое узнал. Что? Секта Сюдзон уничтожена? Расследовать это! Есть! Божество! Я слышал, что Сюдзон уничтожили. Я так волновался о вас. Это сделал я. Чтобы прожить дольше 30 лет, Цяньхэ пытался украсть мое бессмертное тело. Он лишь притворялся, что хотел помочь. Он завоевал мое доверие, делая вид, что лечит меня, но в последний момент он захотел украсть мое тело. Этот Цяньхэ, как он мог так поступить? Я тоже был шокирован. Но в конце концов, я присвоил силы Цзяньхэ, и он погиб. Он этого заслужил. Но я слышал, что Цзяньхэ умер так же, как и его подданные. Неужели его люди напали на меня, и мне пришлось применить силы Цзяньхэ? Я не смог сдержаться, и в итоге начался хаос. Это моя ошибка. Божество. Не вините себя. Вы сделали это за неимением выбора. Да. Сейчас происходит много событий. Вань Лу доминирует над миром. Я вынужден пойти на жертвы во имя добра. Секта Сюдзон помогла мне вернуть силы, сама того не желая. Я буду считать, что они пожертвовали собой во имя справедливости.
Вы защищаете справедливость ценой собственной жизни. Праведным сектам очень повезло, что вы есть. Ваше благородство неоспоримо. Я готов отдать все, чтобы служить вам. За это время наши собратья подверглись большой несправедливости. Теперь, когда я вернул силы, мы сможем дать праведным сектам былую славу. Мы должны возглавить праведные секты и уничтожить Вань Лу. Да. Под вашим руководством праведные секты непременно вернут былую славу. Кстати, меч Лиу Хэ Тиньи находится на горе Феникса. Лин Цзи Юй из Вань Лу украла его, когда сбежала из секты. Теперь и Лин Цзи Юй, и меч находятся на горе Феникса. Лин Цзи Юй. Гастродия. Борщевик. Лесной. Лесной дудник. Принять теплым вином. Или наложить на рану. Совместно с лекарством Вань Лу. Лекарство вылечит столбняк. При акупунктурном массаже. Тонким лезвием. Можно удалить зараженную плоть. В некоторых случаях ампутация может спасти жизнь. Всю свою жизнь я лечил разные виды болезней. Как ни странно, но для себя у меня лекарства нет. Посмешище. Посмешище. Бедная Цянь Цинь. Моя Цянь Цинь. Цянь Цинь. Я слышала, что Цю Цзон есть ученик, который разбирается в медицине и в шахматах. Раз мы встретились, не хочешь сыграть со мной? Я никогда не боялась смерти. Но я очень боюсь забыть тебя. Не надо! Нет, Цянь-Цинь! 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 Это мои бадзи. Зачем ты... Давай поженимся. Ты согласна?
госпожа Шэнь. Глава вернется сегодня-завтра. Не переживайте. Я считала дни. Он должен вернуться к вечеру. Может, у него проблемы? Или он захотел провести больше времени с лидером Дзян? Уверен, завтра утром он будет тут. Глава не заставил бы вас ждать. Лидер Ли, лидер Лу. Вы знаете, куда уехал Хань Гуан и когда он вернется? Он взял с собой достаточно стражей? Гу Хань Гуан сказал, что едет за лекарством, и ему не нужны стражи, он уехал один. Хань Гуан обещал вернуться через 2-3 дня, но его все еще нет. Я боюсь, что у него могут быть проблемы. Моцин, будь здесь. Я предложу разыскать Гу Хань Гуана. Я пойду с тобой. Ты должен подавлять злые силы. Не волнуйся, со мной ничего не случится. Не подвергай себя опасности, я вернусь. Пошли. Что происходит с этой сектой? Раньше такого не происходило? Хань Гуан! Хань Гуан! За ней! Да. Разделитесь и найдите главу. Не действуйте поодиночке. Есть! Хань Гуан! Госпожа Шэнь, это темница. Хань Гуан! Глава не может быть здесь. Хань Гуан! Госпожа Шэнь. Хань Гуан! Очнись, Хань Гуан! Хань Гуан! Это я, Цинь Цинь! Хань Гуан, очнись! Хань Гуан! Хань Гуан! Что? Не может быть. Кто это сделал? Как Хань Гуан мог? Хань Гуан! Из-за обычной раны? Не может быть. Разве он не проклятие ада? Это столбняк. Видимо, ему не дали лекарство и серебряную иглу. Он не мог вылечиться. Этого не могло произойти. Даже в глуши. Кто это сделал? Лидер, госпожа Шэнь, давайте вернем главу на нашу базу.
Боюсь, здесь небезопасно. Главе нельзя находиться здесь. Если я узнаю, кто это сделал, я заставлю заплатить его в 10 раз больше. Твой чай, правда? Самый лучший. Ты всегда приходишь сюда, чтобы послушать музыку и выпить чай. Синсю, у тебя слишком много свободного времени. Мне не о чем волноваться. А вот секте Сюдзон? Что с ней произошло? Видимо, из-за игры на цитре ты об этом не слышала. Мои подданные доложили, что секту Сюдзон уничтожили. Что? Лидера Дзянхэ и его подданных убили. Они умерли мучительной смертью. Люди говорят, что Лу Чжаояо вернулась, чтобы снова начать войну. Почему они думают, что это была она? Говорят, после убийства в Сюдзон на территорию секты пришли стражи. Здесь что-то не так. Почему же? Лу Чжаояо жестокая женщина, но также честная. Она не имела никакого отношения к Сюдзон. Если бы она хотела отомстить, то пошла бы к Чи Цяньмину и Сюнь Цяню. И правда? Я тоже так думаю. Наверняка за этим стоит кто-то другой. Дзян Ву? Что за бред? С чего ради мне тайно убивать людей? Если бы это сделал я, то перед тем, как уйти, написал бы свое имя на стене. Но должен признать, преступник меня впечатлил. Иди и найди того, кто это сделал. Хорошо. Сестра Цзи Юй. Ты нашла Дзянь Ву? Как все прошло? Он слишком упертый. Он не передумает. На него нельзя рассчитывать. Значит, нам придется навсегда остаться у праведников? У нас нет выбора. Раньше я думала, что всегда буду рядом с ним. Боюсь, теперь это невозможно. Сестра Цзи Юй, я ничего не понимаю. Почему ты так сильно любишь Ли Чинланя? Лидер, я могу вам помочь? С сегодняшнего дня ты становишься главой стражей. Ты ответственна за безопасность. Спасибо, лидер. Но мне не хватает опыта. Меня могут не признать? Ничего. Я в тебя верю. Есть. Я вас не подведу. Прошу, станьте моим наставником. Хватает сил. Отныне я буду заниматься еще усерднее. Твои навыки стали заметно лучше. Не переусердствуй. Благодарю, лидер.
Ладно. Все уже в прошлом. Не будем об этом. Я вступила в секту намного позже тебя. Я через это не проходила. Я слышала, что когда все хотели покончить с собой из-за смерти лидера, именно ты их остановила и убедила служить Ли Чинланю. Но в итоге всем лучше было уйти. Этого бы не случилось. Сяоай, не говори так. Все стражи обязаны лидеру. Ваньло — это наш дом. Из дома нельзя уйти просто так, сестра Цзиюй. Почему ты присоединилась к Ваньло? Я? В секте Сюэшай на нас с братом проверяли лекарства. Лу Джаояо спасла нас. Я поклялась, что отплачу ей. Все эти годы я защищала Ваньлу. Я ей отплатила. К тому же сегодня секта Ваньлу не та, что раньше. Кто здесь? Госпожа Линь, распорядитель Чи вызывает вас к себе. Скоро буду. Слушаюсь. Сестра Цзиюй, что ему нужно? Что этот хитрец задумал на этот раз? Жди здесь. Госпожа Линь. В чем дело? Госпожа Линь, приятно познакомиться. Лу Минсюань? Именно. Госпожа Линь, вы говорили, что союз должен быть основан на доверии. Возвращение божества – самый большой секрет праведных сект. Не дайте никому об этом узнать. Госпожа Линь, присаживайтесь. Не стоит. Переходите к делу. Хорошо.